Иди масло поменяй. А чё я-то? Ну не я же. А почему нет? Ну я руки уже помыл. Ну ничего, помоешь еще раз. Слушай, а чё ты раскомандовался? Главное, что ли? А чё, ты что ли главный? Ну да, я. Нет. Да, так, Орлы, нет. Ну-ка, цец. Чё расшумелись-то? Быстро масло менять. Главное. Меняй. Эх, надо было нашим участковым давно собаку завести. Сейчас взяла бы след, сразу бы нашли. Вась, помолчи. Че, помолчи? Без собаки в поисках никак. Андрей волонтеров с собаками вызвал. Да? И что, в результате? Ни волонтеров, ни собак. Ни Нади. Да кто в нашу глушь попрется? Надя! Надо возвращаться. В такую даль она не могла выйти. Да. Нет. Нет. Нет, нет, нет! Нет, надо продолжать поиски! Ань, Ань, посмотри на меня, посмотри на меня! Может быть, Андрей уже ее нашел, или Петр Петрович с Тимофеем на трассе подобрали. Да, Серега прав. Я же никакой связи у нас. Пойдем, Ань. Может, какая-то информация появилась. Пойдем. Тут можно подлечиться. Вы чего, не мои, что ли? Чего глаза вылупили? Да не бандит я, не парьтесь. Просто не повезло. Бывает. Мне бы прийти в себя немножко. Переночевать где-нибудь пару деньков. А там друзья за мной приедут и все уладят. Ну, мы... Даже не знаем. А я вам денег дам. А? Долгу не останусь. Выйти довольны. Ну так я так и сказал. Да. Так, парни, закройте тут все без меня аккуратненько. Понятно, инструмент сложите, а не как обычно. Хорошо? Я поехал. У меня важное дело. Ну чего, пацаны, договорились? Спрячьте. Ань, пожалуйста, успокойся, не надо никуда ходить. Это все бессмысленно, зацепы на трассе, мужики прочесывают округу. Я не могу. Просто так сидеть и ждать. Дорога, каждая минута. Мы теряем время. Ну, что значит теряем время? Ну, хочешь объявление развесим? У тебя есть фото Нади? Надя еще совсем ребенок. Ее могли украсть, обмануть, заманить, перевести в другой город, в другую деревню. Все что угодно могло произойти. Так, тихо. Тихо, я тебе сейчас что-нибудь накапаю, иначе мы тебя сейчас потеряем. Thank you.
Сереж. У тебя кровь. Ты порезался? Угу. Поцарапался. Сейчас все уберу и принесу тебе воды. Сейчас я помогу тебе. Первый, зацепа. Ребят, что у вас там случилось? 3 дня в торговых рядах. 2 трупа. Нападавший сбежал. Примет почти нет. Знаю только, что ранен. Похоже, в вашу сторону ушел. Так что будь начеку, зацепа. Принял. Что по девочке? По девочке информации нет. Понял, отбой. Там печка есть. Дрова принесем. А что это у вас там за кипиш такой в деревне? Да там девочка одна пропала. А? Сюда прийти могут? Не должны. Здание заброшено. Ага. Выключи. Ага. Только тут ни матраса, ничего такого нет. Ничего, переживу. Это, жратвы купите мне. И водки. Или эксперту. Найдете? Ну, попробуем. Быстрее! Плохо мне. Ну! Она жива? Андрей, не тяни. Не, жива, жива. Нашлась ваша беглянка. Где нашлась? У Вересовых. Что? Как? Вот так. Сам еще не знаю, но домой она возвращаться не желает. Так. Я прямо сейчас поеду к ним. Я с тобой. Ну, ты останься. Мордобоя мне не хватало. Но ты совсем меня за бандита держишь. Слушай, бандит не бандит. Ну, к Вересову тебе ехать не надо. Ты найдешь решай сама. Если хочешь остаться у нас дома, пожалуйста. А не захочешь, никто насильно заставлять тебя не будет. Твоим приемным родителям мы уже сообщили, так что за них не волнуйся. Почему вы так со мной? Зачем я вам? У вас есть свои дети? Нет. Есть. Ты моя дочь. Чего? Найдешь, прости, как-то еще по-дурацки это вышло. Совсем не так я нашу встречу представлял, совсем не так. Вы сейчас серьезно? А раньше? Где вы были раньше? А раньше мне не давали видеться с тобой. Анна скрыла от меня про твое рождение. Обманула. Сказала, что сделала аборт. А сейчас вот... А может, не надо девочку вот так вот сразу нагружать, а? Да она взрослая уже. И должна все знать. Угу.
Да, Надеж? Ты знаешь, я так... Я счастлив, что ты у меня есть. Ты только прости, что я не мог раньше видеться с тобой. Доброе утро. Доброго, Сережа. Как ты? Живой пока. Уставать только, стал быстро. Пару часов поработаю, с ног валюсь, сон клонит. А раньше-то? От зари до зари, да без перерыва. Судороги бывают? Случаются иногда. Особенно ночью. Просыпаюсь из-за них часто. А зрение как? Не ухудшалось? Вроде газеты читать могу. Пока без очков. Правда. Бывает, что... Ну, двоит Саша в глазах. Дорогой. Это либо... Либо признаки диабета. Что ел? Омлет с бутербродами. Чай пил с конфетами. На завтрак. Ясно, понятно. Зайдешь потом ко мне, я тебя посмотрю и направление выпишу. В центр съездишь на обследование. Не затягивай. Значит, без меня все решили? За моей спиной? Я себе здесь места не нахожу, а они поехали за Надей. Как это в голове вообще укладывается? Я законная мать, в конце концов. Дело не в том, кто кому кем приходится. Важно правильно поговорить с Вересовым, понять ситуацию. А не легче это сделать, потому что она его хорошо знает. Кто бы сомневался. Сейчас не время выяснять отношения. Сейчас нужно понять, как вернуть ребенка. Девчонки сейчас возраст такой, назло обеим мамам отморожу уши. Может, Коля подход найдет, он отец все-таки, у него контакт с Надей хороший. Нашли переговорщика. Он вообще в курсе? Нет. Ну, не надо. Не надо ему сейчас ничего говорить. Опять сорвется, я его знаю.
Шурец. Он бутылку просил. Мишка! Ты чего? Я ничего. У меня просто 10 рублей под кассу закатились. Да ладно. Знаю я тебя. Ну-ка. Так. Добрый день. Валим. Арахисового масла нет? Я не думала, что детей выращивать так сложно. Да, дело непростое. Ответственность большая. Я прям чувствую, как она становится чужой. Как быть? Ну, Ксюш, мне тут сложно тебе что-то советовать. Наверное, просто любить ее. Пытаться понять, не давить. Как на нее не давить? Ей дай волю, так она вообще не вернется. С кем я останусь? Кому я нужна? Ну, ты ерунду-то не говори. У тебя все-таки есть я. Не знаешь, как иногда страшно становится. Я вот думаю, Надя вырастет, вылетит из гнездышка. Ты себе какую-нибудь другую найдешь. Буду я коротать свой век одна. Выдумаешь тоже. Этика. Извините. Вы не в курсе, здесь кто-нибудь продает дом? Или просто участок? Нет. Здесь все живут. И никто уезжать не собирается. Бывает, человек умрет, дом остается заброшенным. Наследникам это не надо, вот и хотят продать. Нет таких. Ну так что здесь жильем? Есть где остановиться? Отель. На трассе. Ясно. Дамочка, постойте. У меня можно остановиться. Я одинокая, место найдется. Вам надолго? Пока на одну ночь. Дальше посмотрим. А вот и хорошо. Пойдемте, я покажу вам свои хоромы. Деда. Ага. А я знаю, кто дядя Василий. И кто? Он мой папа. Это кто тебе такое сказал? Сам догадался. Да как же ты сам-то догадался? По маме. Чего бы ей так за него переживать? Да и похож он на меня. Я себя в зеркало рассматривал. Уши, нос, ну вылитый я. То есть дядя Вася вылитый ты? Угу. Молодец. Я пошел на пасеку. А ты помогай маме, потому что ты для нее защита и опора. Не дядя Вася, ты. Знаю, знаю. Добрый день. Здравствуйте. Вы мне не поможете? Я ищу участок.
Хочется что-нибудь уединенное. Ближе к реке, к лесу. С красивым видом. Ага. Ясно. Понятно. Но тут вроде никто ничего не продает. Если только Катамахин. Александр Катамахин. У него есть несколько участков, и вам, может быть, что-то и понравится. А где найти этого вашего Катамахина? Ну, если честно, его не так уж и легко найти. Я могу вам показать, у него тут вот угодья. И... Ну, мне кажется, он не будет с вами разговаривать. Почему? Ну, он человек сложный, суровый. Ничего. Я смогу найти подход. Ладно, буду иметь в виду. Если попрошу, будете моим проводником. Не откажете? Если честно, я и сам его побаиваюсь. Ну, и как тебе? Да, так, не знаю. Слушай, зря ты, по-моему, даже неплохо очень. Секундочку, подожди. А. Ну? А так? Странно немного. Знаю, не мой стиль. Знаешь, стиль иногда нужно менять, обновляться. Зря ты. Очень хорошая блузка. А мне идет? Мне кажется, освежает и молодит, да? Вы и так не старая. Спасибо. Секунду. А как тебе брючки? Модняво? Нет. Сейчас. Вот эти вот лучше. Серьезно? Угу. Слушай, ну, может, ты и права. Ну, смотри, если носить не будешь... Я их у тебя заберу, поняла? Тогда еще... Где она? А, вот эту вот возьмем. О. Вам под цвет глаз хорошо. Правда? Спасибо. Договорились? Так долго. Вас только за смертью посылать. Ну, у нас магазин не круглосуточный. Вот. С трудом достали. Молодцы. Вот это дело. Ну, мы пойдем тогда? Валите. Только надолго не пропадайте. Ага. Мне нравится мне этот чел. Мутный он. Может, сообщим о нем? Ты обалдел? Кому? Участковому? Не, ну почему сразу участковому? Хотя бы Иванову. А он-то тут при чем? Он самоадекватный в деревне. Нет, Шурец, трепаться нельзя, потом нас еще и обвинят. Так мы хотя бы бабло с этого чела стрижем. Ну? Облепиха. Дед сказал, не все ягоды для варенья хороши. Лучше те, что послаще. Может быть и так. Кто это?
Не знаю. Добрый день. Все решится. Со временем. Постепенно. Просто сейчас у нее возраст такой сложный. Да. А может, ей даже интересно будет повозиться с братиком. Ну, или сестритик. Не знаю, Ксюш. Столько проблем нерешенных. Тут еще ребенок, если... Может быть, если малыш у нас будет, как-то все оно само наладится. Будет у нас с тобой малыш. Твой и мой. Здесь живет Александр Катамахин. Я хотела бы поговорить с ним насчет участка. Да, но... А дедушка на пасеке. Но он уже скоро придет. Чудесно. Как у вас здесь? Красиво. Самобытно. Я же не представилась. Оля. Меня зовут Никита. Марьяна. Очень приятно. Не скучно вам здесь, Марьяна? Да нет. Чем же вы занимаетесь? Мама шьет кукол. Может, покажете? Не знаю, я... Ну чего ты? Покажи, мама. Вот. Красота какая. Вы их продаете? Кто купит-то? Я, например. Прелесть. Берите так. Мам. Да, забирайте. Добрый вечер. Надя, у тебя мы приехали ее забрать. Здравствуйте, Анна. А Наде нет дома, она гуляет. И почему забрать? На каком основании? На основании статьи 126 УК РФ. Похищение ребенка до 12 лет. Лишение свободы. Товарищ капитан, ну что же так сразу с угроз начинаете? Я предлагаю спокойно во всем разобраться. Хочешь сказать, Надя сама к тебе приехала? Надю сюда привезла моя жена. А у меня к вам встречный вопрос. Как так получилось, что маленькая девочка оказалась ночью на улице вдали от деревни? И слава богу, что Жанна ее забрала, и с ней ничего не стряслось. Почему она не отвезла ее обратно домой? Какое право ты имеешь ее тут удерживать? Анечка, во-первых, я позвонил товарищу капитану. И сказал, что с Надей все в порядке, она в безопасности, так? Во-вторых, Надя здесь находится по доброй воле, ее никто не удерживает. Она просто не хочет видеть вас всех. Так что какие могут быть ко мне претензии? Да, только Надя не взрослый человек, а несовершеннолетняя девочка. Угу. И здесь вы абсолютно правы. Именно поэтому я предлагаю не начинать войну со мной и моими адвокатами. Ну, зачем портить Наде жизнь?
Любой суд будет на нашей стороне. На стороне законных родителей. Анечка, вот тут ты ошибаешься. Ну, давай по факту. Родная мать бросила ребенка и уже много лет не может сказать ей правду. Так, Ань? Так. Идем дальше. Приемный отец – алкоголик и дебошир. У меня и факты имеются на руках. Так, так. Приемная мать бросила семью и переехала жить какому-то мужику. Так, так. Плюс при этом всем приемные родители официально безработные, а значит, не могут содержать семью. Все они могут. Они с пеленок ее кормили, поили и обеспечивали. Вересов, зачем тебе все это? Надя сама обратилась ко мне за помощью. Я просто поддержал свою дочь. Мне кажется, это вполне нормально. Ну, то, что она твоя дочь, это еще надо доказать. Я думаю, генетический тест официально подтвердит мое отцовство. А вы присаживайтесь, отдохните с дороги. Вот посмотрите, в каких условиях живет моя дочь. Сравните. Как самочувствие, Петр Петрович? Лучше, Сережа. Значительно лучше. Рад. Что, Илюша? Другой человек. Спокойнее стал. Теперь по ночам хоть спим нормально. Симочка сейчас не гуляет. Да вообще, знаешь, как-то в семье все наладилось. Конечно. Когда все здоровы, то и в семье мир. Ну да. Петр Петрович. Я к вам с просьбой. Валяй. Пристройте Крутого к себе на работу. Кольку, что ли? Угу. Чтобы он мне эту работу развалил? Я сам себе не враг. Он изменился, бросил пить. Человеку нужно помочь. Он в тяжелой депрессии. Депрессии. Словечки эти ваши новомодные. Депрессия люди страдали сотни лет. Правда, ее не диагностировали и не лечили. А зря. Картошку ему надо копать, вагон разгружать, мешки таскать. Вот и выйдет вся дурь с головы. Я о том же говорю. Помогите, поддержите его. Мы же все одна семья. Любовь моя, мы дома. Привет. Ух ты, а у нас гости? Ага. Здравствуйте, очень приятно. Надюш, смотри, кто приехал. Надь. Надь, я без тебя никуда не поеду. Я здесь останусь. Я же говорил. Анна, ну, вы не расстраивайтесь так. Ей просто нужно время, чтобы прийти в себя. Почему вы, Жанна, умолчали, что Вересов ваш муж? Решили все про нее разузнать и переманить ее сюда? Это подло, я же доверилась вам. Только вот палку не надо перегибать, ясно? Не я виновата в том, что у вас случилось. Я всего лишь о ней позаботилась, да, любимый? Позаботиться и воспользоваться – это разные вещи, я надеюсь, вы это понимаете. Надя. Надь. Прости меня. Пожалуйста. Я не хотела тебя огорчать. Я боялась, что потеряю тебя. Надь. Огорчила и потеряла. Поздравляю. Рад был повидаться. Да.
Хорошо, когда есть все свое. И лес, и земля. Места у вас здесь благодатные. Я бы тоже хотела себе приобрести здесь участок. Жаль, не продает никто. Вот если бы ваш отец согласился, я бы купила один из его участков. Его надо спрашивать. Конечно. Но вот если бы он согласился, то мы бы дружили по-соседски. Ходили бы друг к другу в гости, пили чай с вареньем. Ладно. Но, видимо, сегодня я уже не дождусь хозяина. В следующий раз привезу вам материал для вашего рукоделия. Я и сама неплохо шью. У меня свое ателье в столице. А тебе что привезти? Супергеройский костюм. Договорились, красавчик. Здравствуйте. Собираюсь приобрести здесь участок. По дороге успела рассмотреть ваши угодья. Нравится мне здесь. А что, в столичном комфорте не сидится? От вас ничего не скроешь. В Москве у меня все хорошо, но природа, знаете ли. Было бы хорошо, не искала бы землю на краю леса. Вижу, душа у тебя надломлена, а чемодан с тайнами припрятан. Значит, у вас тоже припрятан, раз здесь живете, да еще не один. Это верно. Но это мое личное дело. Согласна. Смотрю, живете вы скромно. Нам хватает. Чай не столица. Конкретно вам, может, и хватает. А вашей дочери и внуку деньги бы пригодились. В общем, если документы у вас в порядке, готовы купить один из ваших участков. Такие вопросы с кондачка не решаются. Подумайте, Александр Михайлович. Я не тороплю. Короче, все как обычно. Рессоры проверите, масло, тормозные колодки замените. Да только поживее, я завтра утром хочу забрать. Успеете? Не волнуйтесь, сейчас все сделаем. Миш, тащи домкраты. Ага, сейчас сделаем все по красоте. Перевод от Игоря Ивановича В. Вересова. Это что ж такое-то? Выкуп, что ли? Шурка! Личный 19. Быстро! Так, а какого лысого у вас тут без меня происходит? А? Да все пучком. Вон, суппорт раскрутил, колодку снял, осталось только... Глушитель зафиксировать и все? Глушитель зафиксировать? А я сколько раз говорил, без меня сюда не суваться! Кто машину поднимал? Миха, вылезай! Быстрее, вылезай! Вылезай! Нога! Что такое? Ё-моё! Степаныч, держись! Сейчас подниму! Сейчас, подожди! Да я сам скорую вызываю, бегом! Давай, давай, потихоньку, сейчас! Степаныч, человека ногу повредил! Перелом, скажи! Перелом! Почему перелом? Володь, в порядке? В порядке! В порядке!
Сказали, полтора часа, не меньше. Держись, Борь, держись. Полтора часа. Сейчас я Иванова вызову. Быстрее, сзади. Серега, Степаныч ногу поломал. Да, мастерской, давай, ждем. Держись, Борь, держись. Держись. Давай, оттащи его. Долго. Тебе куда подвезти? Домой или к Иванову? Домой. Отвези меня, пожалуйста, домой. Хочу побыть одна. Понимаю. Самого мутит после всех этих разговоров. Ань, ты, если что, звони. Ладно? Хорошо. Спасибо тебе за поддержку, Андрей. Терпи, Борь, терпи, терпи. Может, воды тебе? Нет. Где тебя носят? О, Серега. Борь, ну ты как? Ух ты ж, ё. Накуролесили. Угу. Так, скажи мне, голова кружится? Дышать можешь? Мух перед глазами не видишь? Голова немного кружится. Дышать еще пока могу. Мух никаких. Я вижу. Серега, что там? Нормально все. Ой, терпи, терпи, Борь, терпи. Борис, Борис, вернись. Вась. Борь, Борь. Сейчас обезболивающее вколем тебе, и все будет хорошо, полегчает. Сейчас все будет хорошо. Вот так вот. Уколол? Вась, дай подсвети чем-нибудь. Фонарь дай. Надеюсь, осколков нет. Терпи, все хорошо. Там что, прям косточка торчит? Да нет, все нормально. Чуть не остановили. Борь, 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 Борь! Сейчас шины. Борис, очнись! Тихо, тихо, давай. Ладно. Крови много потерял. Нужно ко мне. Осколков там нет. Без рентгена рискуем, конечно, сильно. Ну ведь раньше как-то кости собирали, сращивали. До рентгенов. Да. Шины из бамбука делали. Из древесины делали. Ящики специально сколачивали. Если доктор ошибался, ему отрезали руку. Но тебе ведь нужна твоя рука. Нужна? Встала. 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 Встал. Повезло, Степаныч. Повезло тебе и мне. Крупно повезло. Тебе повезло. Осталось только зашить и обработать. Обработать? Ага. И зашить. Погнали? Погнали. Thank you.
Ксения? Я вот сижу дома, жду. От тебя ни слуху, ни духу. Вот, видишь, сама пришла. Ничего не хочешь мне рассказать? О чем ты? Да ладно, тебе не прикидывайся. Я знаю, что ты ездила к Наде. Как она? Ты с ней разговаривала? Нет. Ань, да расскажи ты по-человечески, что там произошло? Я думала, что она случайно там оказалась. Это Вересов все подстроил. Голову ей задурил. Я настроилась, что увезу ее оттуда. А она закрылась в комнате. Ань. Почему ты мне ничего не сказала? Просто взяла и уехала без меня. Прости. Потеряла голову, когда она пропала. Надя и моя дочь. Может быть, со мной бы она и поговорила. Ты вот говоришь, Вересов использует людей. А я смотрю на тебя и понимаю, что вы с ним два сапога пара. Ксения! Что? Все с тобой ясно. Спасибо, подруга. Боль в ноге ощущается или терпимо? Терпимо. Держусь. Долго еще? Спешить нельзя. Срастется неправильно, потом всю жизнь будешь хромать. Ой, не дай бог. Я потерплю. Угу. Если не в моготу, не терпи. Я вколю тебе еще обезболивающего. Но если дернешься, придется все заново начинать. Да я понял, понял. Понял! Вот скажи мне, пожалуйста, мне долго вот с этой штуковиной таскаться? Месяца два. Наверное. Через 3 недели посмотрим, скажу точнее, пока ногу не тревожим, не беспокоим, не встаем. Потом начинаем потихоньку двигаться и постоянно массируем пальцы. Ёк-макарёк, это что ж получается-то? Это больше 2 месяцев без работы и без зарплаты. Сергей Сергеевич, ты мне главное потом вот это все как положено оформи, чтобы я страховые выплаты получил. Понял? Я тебе справку выпишу. А по ней в поликлинике официальное медицинское заключение получишь. Назначат комиссию по твоему случаю и определят ежемесячные выплаты. Еще расходы на реабилитацию можно будет компенсировать. Вот спасибо тебе, доктор. Ну, починил, все разъяснил. Золотой человек! Давай, давай. Прости, прости, Степаныч, прости. Да что ты мне все, прости, прости, Степаныч, да Степаныч, ты тут при чем? Я сам лес, сам получу. Как говорится, на домкрат надейся, а сам не плашай. Ага. Стой. Ну, ты тоже красава, Степаныч. Я, конечно, Мишке Шурке уже пистоны вставил. Ты знаешь, что я подумал? Чего? Не особо-то твоими пистонами дело поможешь. А. Понимаешь, не сможем мы за ними каждую минуту присматривать. Да. А никто. Молодняк неопытный. Ну да. Сам таким был. Твоя правда. Это точно. А ты? Ты только на секунду представь, вот случай с ними что. Представляешь, как мы потом их родителям в глаза смотреть будем, а? Угу. И что говорить? Да, Боря, точно. Ну, понимаешь, хочется же их к делу приставить. Что-то обучить чему-то. Слишком дорого нам это, правда, обучение обходится. Тут твоя правда. Да тихо ты, куда ты разогнался? О. Давай. Давай. О, ты сейчас осторожно. Что такое? О. Ой, Степаныч, вот я думаю, как этого Ленки буду в глаза смотреть. И что вообще сказать? А ты не думай. И вообще не лезь.
Я с ней сам разберусь. Вот увидишь. Ладно. Здравствуй, Леночек. Здрасте. Самый маленький, задушили тебя. Ну-ка, иди сюда. Ой, ты мой золотуся моя. Ты же мой любимку моя. Тихонько, скорее ко мне. Я тихонько тебя возьму. Вот так. Ай, хороший. Да ты лучший такой. Доброе утро, Екатерина Андреевна. Ой, Олюшка, проснулась. Здравствуй, здравствуй. Как спалось-то? Просто замечательно. Давно я так не высыпалась. Хорошо у вас тут. Тихо и спокойно. Ясно дело-то. Конечно. Пойдем-ка. Пойдем-ка я тебе своего хозяйства покажу. Давай. Вот тут вот у нас куры там у меня. Вот здесь я клубнику высаживаю. Солнце любит. А вот это вот тут, видишь, о, по два ведра набираю. Да, сладкая. А там дальше еще у меня и тепличка есть. Где у вас воды набрать можно? Мне таблетку запить. Вода? Туточки у нас вода. Колодезная такая, ключевая. Чего не здоровится? Да так, голова разболелась. Наверное, с дороги. Акклиматизация. Вот что я тебе скажу, девонька. Таблетка таблеткой. А ты к нашему доктору обратись, к Иванову. Вот. Ты знаешь, такой специалист лучше всякого профессора будет. Да. И человечище хорошущий. Высший класс. Спасибо. Обязательно зайду, если вы советуете, к такому-то доктору. Ты замерзла, а? Замерзла. Давай-ка. Ну-ка, пошли-ка в дом, а то потом скажешь, баба Катя заморозила тебя. Давай, иди. Ай, молодец. Давай, давай. Давай, пойдем завтракать. Я-то с утра уже такие оладушки испекла. Пойдем, моя девонька. Давай, давай, красавица моя. Привет этому дому. Здравствуй, Василий. Здравствуй, Вась. Ага. Ну, ты как? Терпимо. А. Я ж вам там привез всякого разного. Ну, чтобы вам в магазин не бегать, не тащить. Ну вот, там несколько дней хватит. А потом я еще заеду. Это здорово, Василий. Правда? Да. Ну, ты поехал, Вась. А, да. Да, клиенты ждут. Поправляйся. Спасибо за заботу. Да. Спасибо. Молодец какой, да? Да, молодец. Продуктов привез пару раз и думает, хватит.
А про компенсацию небось и не думает вообще. Леночек. Леночек. Ну чего ты? Он заплатит. Я его знаю, он обязательно заплатит. Может, не сразу, но заплатит. Сейчас! Размечтался, заплатит. Ты, Борь, идеалист какой-то. Ничему тебя жизнь не учит. Вася твой копейки лишней не отдаст. Он не отдаст и не надо. Я у него выпрашивать не стану. Придумаем что-нибудь. Справимся. А не надо ничего придумывать. Все уже придумано. В смысле? Государству. В суд на Васю подавать надо. Официально. Да ты что такое несешь-то? Зачем такие сложности? Вон, справка у меня есть. Мне ее Иванов сделал. А место комиссии участковый. Тоже мне. Борь. Борь. Ну, что ты как маленький? Ну, ты правда не понимаешь, что справка Иванова – это Филькина грамота, да? Как это? Ну, так это. Иванов твой сам врач нелегальный. И бумажка у него липовая. А участковый с Васей. Вась. В суд, Боря. В суд. Капитан Зацепа слушает. Областное управление МВД, отдел кадров. Андрей Витальевич, в области будет проведено сокращение райотделов. Ваш участок подлежит расформированию. Так меня что, увольняют? Нет, просто оформим перевод в другое ведомство. Вас понял. Всего доброго. Разрешите, товарищ капитан? Я вам тут пирожных свежих принесла к чаю. У вас же бывают перерывы в работе для служебного чаепития с посетителями? Капитан, честное слово, сейчас вот не до тебя с твоими пирожными. Да ладно, что такое напряженное? Давай чайку попьем. Ну, расслабься хоть немножко. Свет, ну я же русским языком тебе говорил. Ну не трать ты на меня время, шансов ноль. Ты женщина эффектная. Но не лежит у меня к тебе душа. А крем какой? Белковый. Может, он свалил уже? Значит, по нам проблем меньше. Пришли? Чё, какие новости? Вроде никаких. Жратву принесли? Нет. Тогда чё припёрлись? Ну, просто проверить зашли. Как вы? Плохо. Ну, у нас в посёлке есть фельдшерский пункт. Вам бы туда зайти? Так. Там доктор есть хороший, он вам поможет. Так. Ну, мы, наверное, пойдем. Идите. Здравствуйте вам. Здесь чудесный доктор принимает. Это вы. Чудеса это в сказках, а у нас все по-простому, по-земному. Здравствуйте. Ну что, нашли участок с красивым видом? Нашла.
Но хозяин оказался несговорчивый. Я предупреждал. Меня, кстати, Олей зовут. Очень приятно. На что жалуетесь? Что-то голова сильно разболелась. Наверное, это от свежего воздуха. Ага. Что-то еще? Нет. Ага. А что-то уже принимали? Парацетамол. Но в этот раз не помогло. Я свой организм знаю. Если голова болит. Вот тут. То так просто сама собой не пройдет. Ладно. Давайте посмотрим. Можно? Лимфоузлы в норме. Давление не беспокоит. Вот так вот нажимаю, не больно? Нет. А вот так? Нет. Ага. А как у нас со сном дела обстоят? После смерти мужа год бессонницей мучилась. Но сейчас стало легче. Только иногда посреди ночи просыпаюсь, так лежу до утра. А днем напротив. Такая сонливость нападает в самый разгар работы. Я рекомендую проверить щитовидку, найдите хорошую клинику и сдайте полный спектр анализов. Хорошо. Возможно, у вас склонность к развитию гипотериоза. Бессонница и головные боли – это одни из его симптомов. Гипотериоз? Это опасно? Нет, но с диагностикой советую не задерживаться. И... Можно вашу руку? Это для улучшения кровообращения. Лучше? Да, голову почти сразу отпустила. Спасибо вам. Я со своими проблемами так и не узнала, как ваше имя. Иванов. Сергей Иванов. Спасибо вам, Сергей. Приятно было познакомиться. И вправду, чудесный доктор. Вот. Это что, вместо «здрасте»? Что за бумага? Это заявление от моего мужа на Буякина. По компенсации за производственную травму. А что, сами разобраться не могут? Они же напарники. В чем загвоздка? Сейчас. Напарники. Это они вчера были напарники, а сегодня очнулся гипс. И дальше чего? Моя хат с краю? Не надо мне тут напарники. Давай все по закону делать. Угощайся. Сам ешь, напарник. Ишь ты, фурия. Сами разберемся. Ань, а где Надя? Нигде не могу найти ее. Ань, она моя дочь. А вы все что-то от меня скрываете. Коль, ты угомонись, пожалуйста. Давай, присядь. Спокойно, я тебе скажу, как есть. Надя сбежала. Как сбежала? Она у Вересовой сейчас, в городе. Я ездила туда, хотела с ней поговорить, но она меня даже не захотела видеть. У Вересова. Ты не убегай, ну,
Опять по врагам тебя искать будем. Давай лучше поговорим спокойно. Да я в норме, Ань. Пить и буйствовать не намерен. Просто горько. Все люди от меня отворачиваются. Никто не верит в меня. Ты хоть еще веришь в меня? Да. Ну и на том спасибо. Можно? А учение в школе? О-о-о. Юные автослесари. Ага. Ну, проходите. Проходите, проходите. Вась, а ты погуляй пока. А с ребятами поговорить надо. Ну что, орлы, рассказывайте, как все было. Ну, мы пока Степаныча ждали, решили сами машину посмотреть. Посмотрели? Теперь Степаныч с гипсом, а Василию за вас по закону придется отвечать. Пожалуйста, напишите, что это не он. Это все мы. Он нас предупреждал, чтобы мы одни не работали. Да, не надо его наказывать. Скажите лучше, как мы сейчас Василию помочь можем? Помочь можем. Раньше надо было помогать. Накуролесили, а мне разгребай. Значит так. Про то, что здесь было, никому ни слова. Ясно? К машинам не подходить, самодеятельностью не заниматься, ясно? Не слышу! Да. Ну-ка, дуйте отсюда! Ну! Коль, 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 а куда ты намылился в таком темпе, а? К жене иду. Насчет Нади поговорить. Молодец. Она и так сейчас переживает, а еще тебя с разговорами не хватало. Пережди. Тебе легко говорить. Она же не твоя дочь. Я не могу. Я чувствую, что ей нужна моя поддержка. У меня здесь все болит, ты понимаешь? Не понимаю. Ты мужик или что? Ну-ка возьми себя в руки и послушай меня внимательно, послушай. А самое главное, услышь. Я говорил с Петром Петровичем насчет тебя. Он возьмет тебя в бригаду на сезонный подряд. Зарекомендуешь себя, будет постоянная работа и стабильный оклад. Но только вопрос, готов ли ты к этому? Готов ли ты выйти на работу? Готов ли ты изменить свою жизнь? Готов. Вот и хорошо. Поэтому сейчас прямо к нему. Не куда-нибудь, не к жене, а к Петру Петровичу. Понял меня? Понял. Молодец. Надюша. А ты что рисуешь-то? Тебе скоро репетитор придет. Ой, я совсем забыла. Ну, еще есть время. Ого! Слушай, неплохо. Так. Ну, раз еще есть время, тогда давай составим твое полное расписание. Так, ты таблицами пользоваться умеешь, нет? Тогда завтра. У тебя математика, да? Потом обществознание русский. Так. Потом мы едем в клинику на осмотр, и надо тебе там завести карту. Так, дальше факультатив по информатике, вечером английский. О, смотри, у тебя в пятницу есть свободное время. Давай тогда туда впихнем логику и физику. Нормально? Да, плотный график. Ну, как ты хотела. Конечно. Чтобы поступить в хороший колледж, надо подготовиться. Надо быть прогрессивной. Игорь, а тебе не кажется, что ты немножко перегибаешь? Нет, конечно, Наде очень важно заниматься. Но также для нее важны прогулки и новые друзья. Ну, вспомни себя в ее возрасте. Жанночка, тогда другие времена были. Господи, может, и другие, а потребности те же.
Личное время и пространство никто не отменял. Угу. Да? Пойдем погуляем. Какие гулянки? Сейчас репетитор будет. И репетитора на сегодня отменим. Да, любимый? Ну, хорошо, идите гулять. Погода добрая. Ура! А можно я тогда сегодня на роликах покатаюсь? Может, только аккуратнее на поворотах. Жачка, иди сюда. Слушай, ты еще не понимаешь, зачем я это делаю? Она, может быть, сейчас этого не оценит, потом спасибо скажет. Игорь, я знаю твою целеустремленность. Но жестко заставлять девочку так учиться, ну правда. Ну а что ты предлагаешь, все отменить? Почему сразу отменить? Я предлагаю, чтобы ты сам с ней позанимался, пока контакт наладил. А там дальше репетиторы будут. Я готова. Отлично. Привет. Привет. Давно хотел тебе сообщить, но как-то все не получалось. Что случилось? Мне вернули право официально заниматься медицинской деятельностью. Что? Угу. Меня амнистировали. Осталось сдать аттестацию, и я смогу снова работать в больнице. Я тебя поздравляю, это прекрасная новость. Ты уедешь? Мы уедем. Ты и я вместе. Я как-то даже растерялась. Мы снимем квартиру. Ты сможешь работать в городской школе и видеться с Надей. Даже не верится, что такое возможно. Верь мне, просто верь мне. Самое ценное, что осталось от моей матери. И я хочу, чтобы это было у тебя. Потому что ты самое ценное, что есть в моей жизни. Пойдешь разнорабочим в строительную бригаду к Тимофею. У тебя опыт имеется, надеюсь? Я же сколько лет кровельщиком трудился. Могу по дереву, могу по металлу. Руки-то помнят. Ну, да посмотрим, что они помнят. Тимофей дом ремонтирует. Они с Серафимой и с ребенком собираются сюда переехать, так что работать надо на совесть. Я выложусь на все 100, да даже не сомневайтесь. Петр Петрович. Так. Ладно, вот тебе небольшой аванс на первое время. Штаны подержать. И чтобы по всей деревне тебя не искать, вот тебе телефон. Там сим-карта внутри и на счету есть деньги. И чтоб всегда был на связи. Да, ясное дело. Спасибо, Петр Петрович. Это мне очень кстати. Завтра в 8 жду тебя на лесопилке. Там ребята доски заготавливают. Лишние руки не помешают. Иди уже.
Колька, ты нам морозу напустил. Тебе какого лешего тут надо? Я с Ксенией пришел поговорить. Позовите ее. Пожалуйста. Никого звать не буду. Я сейчас участкового вызову. Коля, Коль, ты совсем совесть потерял. Да это вы совсем совесть потеряли. С законной женой увидеться не даете. Никуда я отсюда не уйду, пока с ней не поговорю. Ксения! Ксюш! Если ты дома, давай поговорим по-человечески. Ты еще и орать вздумал? Нам не о чем с тобой разговаривать. Ксюша, я волнуюсь за Надьку, за тебя. Ты прости меня. Теперь все будет по-другому. Я на работу устроился. Я на развод подала, Коля. Да чтоб тебя... Коля, да, Коль, иди домой. Коля, иди домой. Коля, успокойся. Я взрослый человек. Чего вы со мной нянькаетесь-то, а? Вы меня удушаете своей заботой. Я в тебя верю, помнишь? Я вообще ни с кем ссориться не думал. Я просто хотел поговорить о том, как вернуть дочь. И узнать телефон Нади, все. На, вот, держи телефон. Спасибо. Спасибо. Ну? Чего стоишь? Пойдем, проходи. Я вот думаю, может, Надя просто захотела обстановку сменить. И дело тут совсем не в Вересове. Ну, правда, она же живет в деревне безвылазно. Не все же ей время здесь сидеть. Надо как-то мир посмотреть. Хотя бы город. А тут такая возможность. Ну, если бы не Вересов, подвернулась бы какая-нибудь другая возможность. Но подвернулся именно Вересов. Вот что меня беспокоит. А меня вот беспокоит, Ань, что мы с тобой не заметили, как наша дочка выросла. Ведь мы с ней до сих пор общаемся, как с ребенком. Надь, туда ходи, туда не ходи. Ну и что из этого вышло? Да ничего хорошего. Я вот сейчас понимаю, что, наверное, я перегнула палку со своими какими-то желаниями и решениями. Не дави на нее, Ань. Дай ей время, пусть она сама все решит. Но поживет она немножко у Вересова, в конце концов. Не на улице, не в притоне каком-нибудь. Он ведь тебе не запрещает с ней видеться. Ты мать. Он отец. Чего уж тут. Да все ты правильно говоришь, просто трудно мне все это принять и признать свои ошибки. Ну, началось. Ань, ты не святая, как ни старайся. Я не святая. И Вересов не святой. Святые по земле не ходят. Мы все ошибаемся. Все мы люди. И это надо принять. Хорошо сказала. Ну, вот видишь, и мы с тобой примирились. Уже хорошо. Тебя. Угу.
Ну, ответь, чего ты? За столом все свои. Да какой-то неизвестный номер. Ну, тогда блокируй. Ну, или хочешь, я отвечу? Поклонник? Нет. Это отец. Ешь, ешь. Ну, чего ты ковыряешься? Поешь ты нормально. Что-то не хочется. На работе проблемы. Знаешь, даже не хочу тебя в это все впутывать. Мы же с тобой вместе. Ты когда такой понурый, мне тоже, знаешь, неспокойно. Видимо, все-таки придется у тебя денег в долг попросить. Я свою все выгреб до дна. Все равно не хватает. Вастик, я же тебе сказала. Бери сколько нужно. Спасибо тебе, хорошая моя. Ты даже не представляешь, как ты меня выручаешь. Вот разберусь с делами, отдам тебе все до копейки. И все у нас будет хорошо. Поешь. Думаю, не страшно, что я Кольке на один телефон дала. Да правильно сделала. Если он ей позвонит, это его успокоит. Да, и Надька, может, одумается. Да, тебе-то она хоть отвечает? Нет. Давай присядем. Там мы стоим, как неродные. Давай. Когда еще так посидим? Когда захотим, тогда и посидим. Да, ну я, может, захочу. Да только обстоятельства изменились. Андрей, я тебе говорила, что между нами не может быть по-другому. Знаешь, Анют, я давно думал уехать отсюда. Но здесь, видимо, ничего не светит. Вечер добрый. Андрюш, ты тут как приклеенный. Если по работе, то ладно. А если по-личному,
Не надо Ане надоедать. Ну, как ты заговорил, я не собираюсь... Мы собираемся пожениться. Да, Сергей мне сделал предложение. Совет для любовь. Меня от боли и хвори, от сети ловца, от крика завца, от волжбы чужой, от зависти людской, от всякого зла. Помоги исцелиться, до воды напиться. Не смотри на меня, когда я такая. Какая такая? Красивая? Как ты это делаешь? Чувствую тебя. Мысли твои чувствую. И о чем же я думаю? Что скоро все наладится, и мы будем жить долго и счастливо. Ты, я, Надя и... Может быть, кто-то еще? Я не могу иметь детей, мне врач сказал. Тот врач, который говорил, что ты неизлечима? Не верь ему. Никому не верь. Мне верь. Еще не поздно.
О, Валюш, привет! Ёх, Макарёк, ты напугала меня как. Здравствуй, Свет. А что ты так рано закрываешься-то? Сегодня пенсионный день. Слушай, тогда я за тетушку свою распишусь. Ой, хорошо, мне хоть ходить-то поменьше. На-ка, давай. Ведомости ищи. Ручка у тебя есть? Да, ручка есть. Сколько там? 750. 750 у тебя есть? Сейчас. Есть, да. Ага, два, ага. Три, на, держи. Так, ох ты, это у тебя все крупными такими? Да. Они же все ко мне прибегут за разменом. Ну, что делать? Ох, ну ладно, что-нибудь придумаем. Так. Ага. 250. Ну не путай меня, на. Все. Все, давай. Все. Давай, родная, все, пока-пока. Давай, давай, пока. Ой, как хорошо. Есть кто в доме? Ау, это я! Евдокия, господи, где тебя черти-то в такую рань носят? Ау, я... Матерь Божья! Ты жива? Что случилось-то? Ой, жива. Сейчас мы тебе поможем. Сейчас, Евдокишка. Так. Сейчас. Ну, давай. Сергей! Ой, слава богу, трубку взял. У меня тут беда. Надюша? Алло? Доча, тебя не слышно. Привет, пап, как ты? Да нормально. Ты как, солнышко? Все хорошо. Очень скучаю. Надюша? Ой, прости, пожалуйста, ты разговариваешь? Пап, я тебе звоню, люблю тебя. И я тебя тоже. Ну, хоть так. Уже хорошо, что не эдак. Ничего. Прорвемся. Андрюха, ты поаккуратнее, ну не мешки же везешь. Ты что, специально, что ли? Да, Вась. Давненько ты в полицейских бобиках не ездил, да? Как вот, фу. Шуточки тебе, конечно, тоже. А, и по голове своей постучи. А. Может, соображать начнем. Ага. Внимание всем дежурным и постам. Объявлен план перехват Самойлова Владимира Олеговича, подозреваемого в разбойном нападении, повлекшего, терпевшего в станции 54-й километр. У нас будет принято Самойлова и транспортным нападением близ поселка Жуковка. Что ты делаешь? Все ничего не слышно. Ты бы рацию сменил. Может, у нас на районе опасный сиреник орудует. А ты меня по личным делам возишь. Слушай, не зли меня, а, Вась. Дошутишься, Ваня. Да. Прямоугольный форм. Волос короткий, темный. Губы тонкие, подбородок широкий, закругленный. Шея короткая. На левом глазу бельмо белого цвета. Владец в серые брюки и темную куртку. Евдокиюшка, миленькая, родненькая, кто тебя так, а? Кто тебя? Ну скажи, ну, Евдокия... Свет, помоги мне, пожалуйста. Да. Заканчивай. Тишина. Мне нужна тишина. Хорошо. Обезвоживание у нее. Вот. Это
это все ее просушки и сухие голодовки. Я ей всегда говорила, что нельзя так. А она все равно вот меня не слушала. Ты понимаешь, Сережа? Вот к чему это все привело. Воды. Принеси воды. А. Воды. Да. Сейчас. Хорошо. Рефлекс есть. Так, вода. Дай-ка я присяду. Дай-ка я. Смочи губы и пои. Ну-ка. По пол-ложечки. О, глянь-ка, нельзя на минутку с мужиком оставить. Вон, уже глазки строит. С возвращением, Евдокиюшка, миленькая. Ох, и заставила ты нас понервничать. По чуть-чуть. Умница моя. Свет, посиди с ней. Я за регидроном. Абсцесс у тебя. Чего? Не вскроем, сдохнешь. А ты откуда знаешь? Воняет, рана гноится. Операцию сделать можешь? Я хирург. Слушай меня внимательно, хирург. Двери запри. Операцию будешь делать под местным наркозом. Борь! Тут к тебе. Тарас Степанович, проведать тебя пришли. Здорово, Степаныч. Здорово, ребят. Ну, как ты? Как он? А вот сами посмотрите, как он. Инвалида из моего мужа сделали, а теперь проведать пришли. Как ты? Ты как, Бой? Лен, ну перестань. Дай нам поговорить. А вот это правильно. Вот это правильно. Поговорите. Обо всем поговорите. Про ущерб здоровью и про потерю, прости господи, кормильца. Про компенсацию не забудьте. Леночек. Опять Леночек? Леночек. Я сейчас уйду. Я уйду. Но вы оба имейте в виду. Я на вас заявила. В центр. Поговорили. Но вы ее особо-то не слушаете. Баба. Ждите комиссию! О-о-о. Держи. Спаситель. Давай. Кто ж тебя так штопал-то, а? Сам. Понятно. Нужно сделать надрез, вскрыть карманы. Давай. Терпи, терпи, у тебя тут все серьезно. Повезло, что вродение не проникло в брюшную полость. Значит, сдох бы от перитонита. Хватит баклагерь. Зашивай давай.
Нельзя. Нужно оставить рану открытой, иначе заново может загноиться. Зашивай давай. Больно! Больно! Давай, кали свое обезболивающее. Ампулу покажи. Половину давай. Винка! Черт, где тут носится-то, а? Никитична! А? Че, отойди давай, пенсия пришла. Бегу, Валь, бегу. Твой-то где? Да ну его старого. Опять у Нинки ошивался. А. Поясницу у него заклинило. А. Очки забыла. Ты ткни, где расписаться. Так, вот. Ну и за него тоже черкани. А Нинка-то где? А то я кличу, кличу, никого нету. С утра в райцентр уехала. А, давай-ка и за нее тоже. Вот. И вот она. Ага, давай-ка. Так. И вот для Нинки. На-ка. Держи, пересчитай все. Ага. Ага. Спасибо. И тебе спасибо. Давай, понеслась дальше. Давай. Ага. Претензий не имею. Число, подпись. Угу. Все верно. Так, это я забираю. Ага. Все, я пошел. Что-то там с Серегой случилось, пойду. Ой, давай. Поправляйся. Доктору привет. Кушать. Смотри, я тоже пойду. Давай, не хворай тут без меня. Горян, Сашок. Да мне хватит. Давай, сам. Все, бывай, еще заеду. Давай. Вот, пожалуйста. Хотел компенсацию. Получи. Я обо всем договорился. Вот он прямо увязался и мяучит, и трется у ног. Прям шагу не дает ступить. Ласковый какой, ласковый. Только вот куда его девать-то? Вырастет он всех, у меня цыплят во дворе перегрызет, да и собака у меня. Ну, на-ка, вот лучше деньги возьми, да пересчитай-ка. Спасибо, а? Валюша. Валюш, возьми-ка себе, а. Посмотри, у него порода-то крысолов. Ну, ни одной мышки-то у тебя не будет на почте. Ну, а куда я потом котят-то дену? Кого котят-то? Он же ведь, смотри, пацан. А, добрый день, бабоньки. Да, принарядились, никак пенсионное собрание у вас нет. Слушай-ка, а? Посмотри-ка, пацан это или девка? Да, пацан, пацан, по мордахе видно. Ну все, хорошего дня, мои хорошие. Давай, тебе не хворать, ага. Давай. Ну давай. Ладно, пошла я. Слушай, ну так я тебе вечером занесу котенка-то. Ну, Валю. Ну вот и хозяйка у тебя хорошая нашлась, вот и все хорошо, давай. Ну,
Тук-тук. Слышишь? Сейчас. Сейчас. Скорая, срочно, фельдшерский пункт. Приезжайте, тут человеку плохо. Срочно, говорю, срочно! Серега. Что у вас произошло здесь? Я не знаю. Он жив? Да, только его паралич месяц. Всего разбил. Скорую вызвал? Да, сказали, скоро будет. Серега, слушай, не похоже, что он сам, да и порезался. Ты здесь ничего не трогал? Нет. Молодец. Серега, как так-то? Серега, я эту скотину из-под земли достану. Я тебе обещаю, Серега, я этого гада... Подожди. Надо. Позвони Ане, чтобы она с ним в больницу поехала. Я сейчас оперативную группу вызову. Сейчас. Сережа, что произошло? Приступ. Женщина, дайте пройти. У него кровь. На него напали? Да. Кто? Андрей, ну скажи мне, кто? Я не знаю. Я выясню, Аня, обязательно выясню. Поезжай с ним. С ним все будет хорошо. Поехать с тобой. Что здесь все-таки было-то? Чего? Что здесь было, говорю? Так, надо деревню прочесать. И окрестности. Далеко он уйти не мог. Давай, двигай, предупреди всех, а я оперативник подождусь. Женщина, вы извините, не подскажете, как на дорогу выйти? Да вы не бойтесь, я вас не трону, у меня у самого мать грибница. Я тут заблудился просто, и телефон сел и... Дорогу-то уж прошли, вон она там, слева осталась. А, значит, обратно, да? Ну, обратно, ну, да. А туда? Нет, там заплутайте. А, спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего. Хорошо. Нечего по лесу одной шастать. Сейчас, доктор со своим наркозом, чтоб ты сдох. Светлана! Да? Дело срочное. Что? В селе орудует грабитель. Ты что, белины объелся? Так, тише, пожалуйста. Тихо, ты так не шути, Горыныч. Да какие шутки? Он на Иванова напал. Привел ему покой, все ограбил, все там разрушил, зацепа подмогу вызвал. Пока опасно, дома надо сидеть. Ты это, кассу сомай, магазин закрывай. И срочно, Светлана! А с Ивановым-то что? Плохо. В больницу отвезли, без сознания он. Это... И по одному не ходить.
Ух ты. Ну и шишка у тебя. Блин. Это кто же так, а? Не знаю, я вот напал на меня, не знаю. Тихо, только не плачь, а то голова сильнее разболится. Ну-ка, пойдем со мной. Я ведь... Вставай. Он забрал все деньги, я пенсию тебе несла. Хорошо, разберемся. Тихо. Что ж делать? Тихо, говори, не плачь. Руки положи, как я тебе велел. Глазки открыты. Сейчас тебе энергетически прокачаем головушку. Марьяш, дай Вале отварчику горяченькому с метком. Не шевелись, тиши, глазки открой. Сейчас. Попей горяченького, попей. Хорошо-то как, спасибо. Это, значит, что-то у меня как-то знобит. Так, конечно, как... напряжение-то я тебе снял. Ты лучше, Валюш, вспомни, где на тебя нападение произошло. Ты по какой дороге к нам шла? Так я, от дома Кузьминых, на тропинку свернула. Вот, а потом, как дорогу-то перешла, и мимо опушки взяла правее и в лес нашла. Тихо, все там достаточно. Напал. Не вспоминай больше, не вспоминай. Молодец. Как себя чувствуешь? Хорошо. Тихо, только не шевелись. Знаешь, как голову отпустила прямо. Ой. Все. Спасибо тебе, выручил меня. Посиди немножко, не трогай голову. Нет, я пойду, я. Там же Шурка. Я тебя провожу до дома сейчас. Марьяш, мы когда уйдем, запрись, никому не открывай, а если что, стреляй. По ногам сейчас ружье принесу. Спасибо тебе. Хорошо вам добраться. Так, вы куда? Простите. Вы ему кто, жена? Нет, то есть да, я с ним. Вас все равно в реанимацию не пустят. Пожалуйста, я у отделения посижу. Я не могу без него, не уйду. Идемте за мной. Осторожнее здесь. Что стало, Валюш? Утомилась? Вот здесь напал на меня он. Вот так из-за деревьев выскочил. Точно здесь? Да. Ну-ка, тихо. Стой, не шевелись, не бойся, я проверю. Стой здесь. Васька, ты что ли? Тихо. Алексей Михайлович, вы? Но я тебя чуть не пристрелил. А мы вас идем предупредить. А? Вы вообще в курсе, что в округе беглый преступник скрывается? Да в курсе. Валя, иди сюда, это свои. Он на Валю напал. Хорошо, ты какой свои. О, я второго раза не выдержал. Господи, Валя, что случилось? Да ничего не помню. Он по голове дал мне и все деньги пенсионные забрал. А где и когда это было? Надо цепь сообщить. Ну, что-то где-то вот тут вот. Часа два или три назад, не помню. А медицинская помощь нужна? Нет, Александр Михайлович мне оказал. Ну, оказать ты оказал, но Иванову надо показать все равно. Нет Иванова. В смысле? На него тоже нападение было. Утром. В больницу увезли. А что ж такое-то? Так, парни, сможете ее до деревни довезти? Да, отведем, конечно. А я пока... По горячим следам, может, что? Давай. И разнюхаю. Да. Александр Михайлович? Да.
Как там Марьян с Никиткой? Нормально. Присмотрите за ними. Опасно, волнуюсь я. Присмотрю, не волнуйся. Спасибо. Где же ты, зараза, прячешься? Ну, похоже, ваш доктор вот тут его и подлатал. Я все-таки думаю, что по принуждению. Да? Угу. А следы побоев или ранений на теле у него были? Кроме пореза на руке, у него была гематома в районе затылка. Угу. Извините. Да, Вась, что? Котомахин привел Валентину, на нее Самойлов в лесу напал. Ограбил. Мы ее в участок ведем. Не-не-не, в участок не надо, ведите сразу к фельдшерскому пункту. Вась. А? Где это было, координаты? Ну, примерные координаты сейчас пришлю. Нападение часа 3 назад было. Что-то мать сегодня рано закрылась. Мишка! Шурка! Вы что тут одни разгуливаете? А? Здорово, Горыныч. Мы это после работы домой идем. А что случилось? На мать на твою напали. Что? Кто? Вот этот вот. Давайте так. Бегите в фельдшерский пункт. Василий должен ее туда привезти. А мы туда. Туда нельзя. У меня там мать. Мы к зацепе. У нас важная информация. Ну, выкладывай. Мы знаем, где находится преступник, но говорить будем только с участковым. Ладно. Андрей Витальевич, к вам тут информаторы пришли. Привет, ребят. Что с мамой? Шурка, не бойся. Синяком она отделалась, можно сказать, повезло. Сейчас должна подойти. Ну, что сказать-то хотели? Мы видели этого преступника. Он заходил к нам в мастерскую. Давайте, выкладывайте все, что о нем знаете. Это может очень помочь. Ну? У него рана на животе, он хотел отлежаться. Мы поселили его в заброшенном здании, том, что на окраине поселка. Он говорил, что за ним должны приехать. Там его логово. Ну, туда он вряд ли вернется. Надо проверить. Поехали. Поехали. Ты останься, пока Алексей свою работу не доделал. За пацанами приглядите. Как он? В стабильно тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Какие прогнозы? Ему главное до утра продержаться. Я вам рекомендую домой ехать, не ждать. Сегодня он в себя вряд ли придет. Спасибо, доктор. Я останусь. Я сюда своих людей завтра пришлю. На случай, если он все-таки вернется. Ага. Пошли отсюда. Зря только время теряем.
Шура. Шурка. Да, мам, ты как? Ты мне из холодильника какую-нибудь заморозку принеси. Можно с ягодами. Ой, голова трещит. Мам. Спасибо, сынок. Мам, ты какая-то бледная. Тебе плохо? Все хорошо. Ты иди. Слушай, может, ты не пойдешь сегодня никуда, а то этого бандита еще не поймали? Шурка, да хватит болтать тебе. Иди давай. Дай мне себя прийти. Иди, иди, сынок, иди. Ну, ты, если что, зови. Хорошо. Ой. Надюшка, а подай, пожалуйста, руку. А ее мелко надо резать? Нет, ты что, ее резать вообще не нужно. Ее надо рвать руками. Так вкуснее. Ответь на сообщение, а я пока луком займусь. Друзья пишут. Соскучились? Ага. Что, лук жжется, да? У меня тоже глаза на мокром месте. Ничего. Мы сейчас проветрим, и все будет хорошо, да? Мамуль, что с тобой? Помогите! Кто-нибудь! Где секунд? Шурка, тебя что, грабят, что ли? Мама, она в кресле. Так, то, что случилось-то, объясни. Она умерла. Как умерла? Когда? Я ей заморозку даю. И говорю, зови, если что. Она не позвала, я захожу, она... Погоди, погоди. Где она? Там. Помощи твоей прошу. Дай ему выздороветь. Заклинаю, спаси.
Пусть болезнь его отступит. Пусть боль пройдет. Дай ему силы справиться. Дай ему здравие, спаси его душу и тело, исцели. Сереж. Я здесь, я с тобой. Я тебя прошу, не оставляй меня. Возвращайся. Ты должен. Обязан справиться. Я тебя так люблю. Так-то. Только вчера я с ней разговаривал. Ох, Валентина. Похороны я организую. Сделаем все. Все как надо сделаем. Похороним, помянем Валентину. Людски. Шурка. Присмотри за пацаном. Ох, Валентина. Не уберегли. Не уберегли. Докладывает экипаж 702. Продолжаем патрулирование в районе 50-го километра. Оперативный дежурный патрульный маршрут. Разрешаю применять служебное оружие. Двигай в сторону области. Трасса пустая. У меня тут пешеход странный. По ориентировкам очень похоже. Говорит капитан зацепа. Сообщите координаты, где вы находитесь. Это Максим. Я нахожусь на точке. Координаты сейчас. Широта 57-108, долгота 34-965. Принял. Максим, значит так. Оставайся в машине. И еще раз его увидишь, сразу сообщи мне. Да я понял, понял все. Thank you.
рефлексы есть, моторика восстанавливается. Ради бога, скажите, что с ним нам важно знать. Видите ли, помимо полученных травм, которые спровоцировали паралич и коматозное состояние, мы обнаружили серьезное нарушение иммунной системы, которое поражает собственные периферические нервы. И какое ваше заключение? Ну, на данный момент, к сожалению, конкретного диагноза я вам сказать не могу. Понятно. С такой симптоматикой, как у меня, можно поставить как минимум 5 разных диагнозов неврологического характера. Что нам делать? Если нужны какие-то определенные лекарства, я достану, я все что угодно готова сделать. Сейчас предсказать состояние болезни невозможно. Поэтому пока понаблюдаем, будем колоть поддерживающий курс иммуноглобулина, а когда состояние стабилизируется, то я вам напишу направление на обследование в областную клинику профильному специалисту. Ясно, понятно. Герой, я же тебе сказал на месте оставаться. Капитан зацепа. Всем экипажам. Нахожусь на точке. Слушай, зачем тебе лишняя кровь? Отпусти его и уходи! Ты плохо слышишь? Ствол на землю! Максим, Максим! Ну! На! Отошел! За Валентину! За Ивану! Александр Михайлович, дорогой! А ты-то как здесь? Да вот мимо проходил. Держи, тварь! Помощь нужна? Да нет, спасибо. И так справились. Придушу, скотина, лежи! Сереж, ты что творишь? Ты куда собрался? Нечего мне здесь делать. Диагноз не ставите, колоть иммуноглобулин я и сам себе могу. Подожди, ты же только что из реанимации. Тебе надо отлежаться, а вдруг снова приступ? На ногах стою, выкарабкаюсь из деревни. Ты с ума сошел? Могут быть осложнения, доктор сказал. Остановка дыхания, полный паралич. Не нагнетай. Пиши врачу записку. Под мою ответственность. Я подпишу и погнали. Подожди, пожалуйста, давай я врача позову. Я и сам врач, сам себя вылечу. Пожалуйста, я домой хочу. Пожалуйста, я прошу тебя. Все будет хорошо. Ну, любимая. Помню я Валюшку в этом платье. Как оно и было к лицу.
В нем ее и проводим. Надо какую-нибудь фотографию найти подходящую. На портрет. Коль, ну что стоять как вкопанные? Давай, парни, уводи отсюда. Нечего вам тут оставаться. Да идите, все, мы справимся. Пойдем, Шур. Даля права. Не, зачем тебе эта суета? Пойдем. Зачем сейчас ее вещи трогать? Что, подождать нельзя было? Ну, таковы традиции, надо блюсти. Да кому нужны эти традиции, если ее больше нет? Без них тяжело. Очень тяжело справиться. Они помогают держаться на плаву. За жизнь цепляют, чтобы смерть отпустить. Пойдем, пойдем. Цепочка Валентины. Больно! Больно? Скотина. Она сегодня из-за тебя умерла. Как умерла? Ты что такое говоришь? Как умерла? Я же ей голову поправил. Как умерла? Шурка сказал, голова разболелась, она холодная приложила и... Зачем холодная? Нельзя холодная. Там же сосуды сужаются. Нельзя холодная. Как умерла? Ух ты, гад. Да я сейчас тебе... Ты что, Михалыч? Михалыч? Михалыч, бери греха на душу! Да, ты да не стоит он того! Да не порти себе жизнь! Валя, Валя, Валечка, как же так-то? Как же? Ладно. Повезли эту тварь в отделение. Пошел! Вот ее комната, можешь жить здесь. Располагайся. Да не смущайся. Будь как дома. Спасибо, дядь Коля. Я пойду погуляю. Мне нужно. А я тебе говорила. Она не маленькая девочка, а взрослый человек. Со своими тараканами. Легко не будет. Легко, нелегко. Есть ли смысл? Вот о чем я думаю. Пап, привет. Как вы там? Что нового? Что? Валентина Ивановна? Какой ужас. Мне нужно в деревню. Зачем? Что случилось, Надя? Мне очень нужно. Пожалуйста, отвезите меня в деревню. Сегодня, сейчас, срочно. Нет, это безумие какое-то. Короче, делайте, что хотите. Ну, как ты поправляешься? А я вот тебе тут принесла молочка свежего, яблочек, булочку, маслица, все как ты любишь. Ты ешь помаленьку. Ладно? Вот. Да не надо, куда мне столько? Ну как-то надо понемножку есть. Так. Ох. Ну. Вот что я тебе скажу. Вот я пока лежала, ты без памяти. Мне видение было. Вот она, наша деревня. Враг надвигается. Иду я по улице. А из соседей-то никого и нет. Смотрю на небо. А там только тучи черные. Вот хоть бы маленький лучик солнца. Ох, тетя. Все так. Все так. Для нашей деревни как будто черная полоса наступила. Вот и Валентина умерла. Иванова в больницу отвезли. И неизвестно, выживет ли. И никто ничего не знает.
Ой, свечки надо поставить. Одну за здравие, другую за упокой. Евдокия, ты что, опять уверовала, что ли? Вера у нас у каждого есть. В душе. Ты испугалась? Не надо, не бойся. Я с тобой, все хорошо. Пойдем домой. Вот, я вкусненького вам принесла. Шурка где? Гуляет. Может, развеется немного. Как он? Тебя здесь пока поживет. Если захочет. Ты знаешь, он мне родной стал. Особенно сейчас. Пошел гулять, а я волнуюсь. Я о Наде думаю. Скучаю я по ней. Чего там, Аня? Не знаю. Руки холодные. Я скучаю. Не знаю, как там она. Как может быть ребенок в чужой семье? Вернуть ее надо, я так думаю. Без нее все как-то бессмысленно. Понимаешь? Надюш, скажи, ты уверена, что ты тут кому-то нужна? Я нужна своему другу. У него мама умерла. Я папе нужна. Надь, твой папа... Я знаю, да. Но для меня все-таки мой папа здесь. Хорошо. Я понимаю, правда. Это твой выбор, и я не буду тебя переубеждать. Но я очень прошу тебя, подумай еще раз хорошенько, ладно? Я подумаю. Мне сейчас нужно разобраться в себе. Хорошо. Сережа? Ты? Здравствуй. Как он? Спит. Мне нужно с ним поговорить. Давай в другой раз, ему не здоровится. Я знаю, поэтому и приехала. Сережа, привет. Я разговаривала с твоим лечащим врачом. Неудивительно, что ты оттуда сбежал. Послушай, тебе нужно ехать в Москву, в хорошую клинику. Это жизненно важно, я все организовала. Сережа, ты понимаешь, о чем я говорю? Я вызвала реанимобиль. Если не поехать сейчас, завтра, может быть, уже поздно. Спасибо, мне здесь хорошо.
Но это тебе пока здесь хорошо, до первого же приступа. В любой момент может потребоваться интенсивная терапия, аппарат ИВЛ, замещение плазмы. А ты тут лежишь и даже не знаешь, что с тобой. Юль, не трать слов. Я такой же человек, как и все. Все люди болеют. Скажи мне, кого-то из деревни возят куда-то на замещение плазмы? Оглянись вокруг, тут люди с инфарктом не могут скорой помощи дождаться. А я буду со своими проблемами в лучших клиниках Москвы? Будешь и лечиться, и работать. Потому что ты этого достоин. Там твой масштаб, твой уровень, твоя настоящая жизнь. Там спасут тебя, и ты спасешь сотни, тысяч людей. А здесь ты просто умрешь. Здесь моя настоящая жизнь. А смерти я давно не боюсь. Разучился. Я без тебя не уеду. Я все сказал. Алло, где вы? Через сколько? Я встречу вас на трассе. Ты понимаешь, насколько это все опасно? Сереже нужна помощь специалистов, квалифицированных. Я понимаю, но он меня не слушает. Что мне делать? Значит, сделай так, чтобы он тебя послушал. Ты с ним живешь и не знаешь, как сделать, чтобы было по-твоему? Если ты любишь Сережу, уговори его ехать в Москву. Срочно. Надь. Я к тебе приехала, Шур. Сразу как узнала. Спасибо. У меня теперь больше никого нет. Кроме тебя. Я остался один. Это все так тяжело. Так больно. Это я виноват в смерти матери. Шурка, да ты что? Да я весь этого урода выхаживал. Это я ставил ее в комнате одну. А мог бы помочь, мог бы успеть. Никогда себе этого не прощу. Это все так тупо и несправедливо. Не говори так. А ведь все так и есть. У меня больше нет мамы. Ну, ты как? Как добрались? Ну, вроде ничего. Угу. Слушайте, можно я с Сережей с глазу на глаз поговорю? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, здорово. Что это ты быстро вернулся, а, беглец? Как чувствуешь себя? Все в порядке. Угу. Ты в себя приходи. Бандита твоего взяли. Твои показания нужны. Угу. Ну, давай. Ну, привет. Ну, как он? Вроде бодрячком. На самом деле, все очень плохо. Он может умереть в любой момент. Ань, ну успокойся. Все будет хорошо, никто не умрет. И вам в Москву надо везти срочно. Ну, надо, значит, отвезем. Он не хочет. А чего все разволновались-то? Я в норме, руки снова работают как надо. Сережа. Ты сам видишь, какое у тебя состояние. Это не шутки. Я все-таки доктор. Будет ухудшение, приму меры, препараты есть. Послушай, у меня к тебе просьба. Сделай, пожалуйста, сейчас полный выдох. И задержи дыхание. Как можно дольше.
Вот сам все видишь. Ты дважды уже был на волоске от смерти. Может, это знаки тебе подаются? Знаки, знаки. Да, знаки. Посуди сам. Если бы ты не попал в тюрьму, если бы не заболела твоя мать, разве бы ты сюда приехал? Жил бы сейчас себе в столице какой-нибудь другой жизнью. Я выбрал эту. Если он уедет, я боюсь, что не вернется. Да не волнуйся. Подлечит. Подлечит и вернется. Или ты боишься, что его рыжая к рукам приберет? Да не в ней дело. Просто все как-то так навалилось сразу. Сереже в Москву ехать надо. С Надей ничего не понятно. Езжай с ним. Ты ему нужна. А за Надю не волнуйся, я тебя здесь прикрою. Съезжу к ней, поговорю. Николая подключу. Со временем, но она оттает. И ты как раз вернешься. Все у вас наладится. Мама! Надя! О. Мама, я вдруг представила, что ты тоже умерла, как тетя Валя. Девочка моя. Я не хочу жить чужими людьми. Бедная. Бедная моя девочка. Я тебя люблю больше жизни. Слышишь, я никогда тебя никому не отдам. Никогда тебя не оставлю, слышишь? Я тоже тебя люблю. Как хорошо, что ты есть. Девочка моя. О, деда пришел! Марьян, нам надо поговорить. Послушай меня, пожалуйста. Я совершил много ошибок. Запутался совсем. Прости. Но я так не могу. Не могу больше без сына. Думаю о нем постоянно. Я же все-таки его отец. Хреново, видимо, но отец. Да уж. Пожалуйста, позволь нам видеться. Ну, хоть раз в неделю бывать вместе. Ну, не молчи, Марьян! Папа! Сынок! Мария, я прошу тебя, подумай. Не обо мне, подумай о нем. Пошли, пап. Я тоже с вами есть буду. Садись, раз пришел. Пойдем. Спасибо. Очень хотел спасти твою маму. Но видишь, сам в больнице оказался. Я понимаю. Не нужно извиняться, дядя Сереж. Ты себя не вини. Я знаю, что такое терять самого близкого человека. И никто не сможет облегчить эту утрату. Только время.
Ты можешь всегда рассчитывать на меня. Спасибо. Хорошо, что выжил. Терять маму — это больно. По-настоящему больно. Я пойду, наверное. Дядь Коля ждет. Хоть оставайся у нас. Спасибо. Нет, я туда, мне как-то легче с дядь Колей. Пойдем вместе. И по папе соскучилась. Я пыталась с ним поговорить, но у меня ничего не получилось. Ему сейчас очень непросто. Николай его поддержит. С тобой я тоже хочу поговорить. Я никуда не поеду. Что ж такое, а? Ну как мне тебя уговорить? Ты мне очень дорог, Сереж. Ты всем нам очень-очень нужен. Ты понимаешь это? Ты не можешь так собой рисковать. Я не знаю, сколько времени мне осталось, но я точно знаю, с кем я хочу его провести. Если у нас есть шанс, мы должны его использовать. Я готова поехать с тобой. Хорошо. Но только я поеду один. Ты нужна Наде здесь. Мы же ненадолго поедем. Для меня сейчас очень важно поддержать тебя. Нет, решено. Я взрослый человек, я справлюсь, она ребенок. Ей сейчас очень нужна твоя поддержка. Иванов, кончай дурить. Поехали, машина ждет. Ну, пусть ждет. Нет, ну что это за глупость нечеловеческая? Я не понимаю, ради кого ты упираешься? Или ты, что ли, его держишь? Боишься, что сбежит с концами? Ну, правильно. Живой мужик, мертвый мужик. Главное при тебе. Прекрати, закрой свой рот! Понимаю. Ну как у тебя получается единица? Объясни, пожалуйста. Ну вот смотри. Делимое миллион легионов. Это миллион миллионов миллионов. Ой, ужас какой. Аж голова кругом. Ну, сдаю детям. С ума можно сойти. Делитель легион миллионов. Это миллион миллионов миллионов. Значит, частное равно одному. Ой, ничего себе. Ты молодец. Я решила задачу повышенной сложности. Умница. Ну что там дальше?
Это было последнее задание и то пожелание. Мам, можно к Шурке побегу? Конечно. Стой! Стой! Обед не забудь для него с папой. Иди. Чего ты? Плохо? Кажется, шевелится. Я просто всю ночь не спала. Мальчик, наверное. Не знаю. Вон те. Эти? Левее. Эти? Значительно левее. Эти? Левее. Вот эти? Да. Так. Это тебе. Ну, что ж ты сразу-то не сказал? Я бы посвежее достал. Да эти просто дорогие, они наверху для декора стоят. А цветы тоже мне? Тебе. Привет, молодежь! Ой-ой-ой, я смотрю, то жизнь-то у вас тут налаживается, да? А куда ж деваться-то? Да. Чего? Господи! Свет! Ой. Ты чего? Ой, как больно-то, чего? Как схватило! Света! Давай я домой сбегаю за мазью скипидарной. Нет, мигом поможет. Не надо. У меня сначала от скипидара зуд, потом сыпи этот отек. Давай я тебя в город отвезу, в поликлинику. Не надо. Не доеду, развалюсь. Ой. Сюда сейчас к Сереге. Господи. Он бы тебя мигом на ноги поставил бы. Точно. Тихо, да. У тебя тихо. Же ключ, Горыныч, от фельдшерской. Да. Может, у Иванова там лекарство какое найдется, а? Тихо, мужики. О, это мысль. Наверняка что-нибудь завалялось бы. Да тихо же, да чего? Я же нежная. Какого? Смотрите, неужели сам Андрей к нам пожаловал? Ну, здравствуй, здравствуй. Привет, бабка, привет. Что-то... Совсем теперь тебя у нас не видать. Так служба. По вызовам с утра до вечера по деревням мотаюсь. Угу. Вот решил Анну навестить. Ну, правильно решил. Ты слышал? Ведь оказывается, Надюха-то и ее дочь. Ты все знаешь, конечно. Уж столько лет вокруг да около нее ходишь. Предложение бы сделал. Ну, ведь она же женщина хорошая. Хорошая. С этим не поспоришь. Ага, в девках все мается. Смотреть на нее сердце прям разрывается. Да и тебе тоже ведь остепениться пора. Ну? Уехал Серега. Забыл про нас. Грустно без него как-то. Скучно, пусто. Горыныч, хватит ныть. Человек в люди выбился. Карьеру себе делает. За него порадоваться надо. Да, это верно. Да. Порадоваться надо.
Чего, опять что ли? Угу. Так, давай, это, снимай, снимай. Ох. Так, так, сейчас я гляну. О, зараза какая. Так, так, так. Так. Может, компресс лучше, а? Так, так, не капризничай. Капресс тебе вот Савелий будет делать дома. Так. Обдашь капустный лист кипятком, ага, с содой. Натрешь детским мылом и вот сюда приложишь минут на 40. Хорошо. Да? Так, что тут у нас? Что тут у нас? Так, это не то, это тебя вырубит, как кобылу. У Корыныч. О, диклофенак, вот, диклофенак. Давай лучше, правда, капустный лист. Ой. Ну-ка, повернись. Давай. Ой. А, смотри. Все? Тихо. Боже. Все, не шевелись. А! А? Господи, ты что? Я тебе не корова! А я тебе не Иванов! Чище же будет! Ага. Делаю, как умею. Держи вот так. Ух ты, Господи! А. Извиняем тебя. Как бы... Ну, Горыныч! Только вылечи меня, я тебе устрою! Савелий! Иди забирай свою красу! Ты ж, блин... Я не думаю, что он вернется. У него там новая жизнь. Анют, я знаю, что ты ему любишь. Но он, получается, тебя нет. А я здесь, вот он я. И очень сильно тебя люблю. Сама жизнь делает так, чтобы мы были вместе. Я буду хорошим мужем, хорошим отцом, Надя. Не отвечай сейчас. Подумай. А вот и наш дорогой Сергей Сергеевич. Привет, Аркаш. Аркадий Петрович, теперь только так. Я знаю, сколько ты для меня сделала. Я делала это не ради тебя, а ради себя. Для своего удовольствия. Я же эгоистка. Ты не эгоистка, тебе просто нравится такой казаться. Ладно, считай, что мы в расчете. Ну, слава богу, все позади. Вытащили мы тебя с того света. Юлечка, конечно, очень постаралась. Я всегда буду помнить, как ты взял мою вину на себя. Ценой своей карьеры и своей свободы. Поэтому, пожалуйста, дай мне возможность поступать так, как я должна. Перестань. Ты ничего мне не должна. Сережа, сейчас самое главное, что мы тебя спасли. Успели. Да и я со своими специалистами приложил руку к твоему лечению. Ты помнишь, что сказали врачи? Еще бы чуть-чуть, и все, не откачали бы. Поэтому, пожалуйста, просто продолжай лечение до полной реабилитации. Здесь, кстати, лучшие врачи. Так ты сможешь избежать рецидивов. И вот теперь я тебе официально предлагаю должность заместителя заведующего отделением. Серьезное предложение. Да. Должность заведующего отделением, как ты понимаешь, при твоей биографии я предложить не могу. Но между нами говоря, Антонов пустое место, работать не хочет. Так что рулить всем будешь ты. Юлечка убедила меня, что ты идеально для нее подходишь. Для должности. Я очень благодарен тебе. Меня не благодари. Для тебя созданы все условия, Сереж. Представь, сколько людей ты сможешь здесь спасти. Да, вернуть к жизни. От таких предложений, как ты понимаешь, не отказываются. С нашими возможностями мы целую сеть клиник откроем. В провинции? Шутишь? Там у людей денег нет на лечение. Давайте выпьем за здоровье. И за тебя, Серега. За себя не пью.
Тогда за любовь.